Продать имущество, чтобы путешествовать по миру. Такое решение некогда приняла молдаванка Наталья Чобану. Женщина продала машину и драгоценности. Она, вырученные 18 тысяч евро, в течение 3 лет посещала 120 различных стран мира. Многим это может показаться безумием, но Наталья говорит, что очень гордится принятым решением и называет его самым ярким приключением в своей жизни. Норвегия, Великобритания, США, Доминиканская Республика, Мексика, Барбадос. Всего в списке 120 стран. В это сложно поверить, но именно столько государств удалось посетить нашей соотечественнице Наталье Чобану. Еще вчера она была на Ближнем Востоке, а на днях мы встретили ее в Кишиневе, разглядывающей памятники, по которым она уже успела соскучиться. Наталья рассказала, что за последние 15 дней успела побывать во всех восточных странах и поделилась впечатлениями о том, как ей пришлось встречать там Новый год. Я поехала в Дубай, чтобы посмотреть на фейерверки над Бурдж-Халифой. Там была проблема с тем, где я могла бы переночевать. Я нашла, кто мог бы меня принять, но в квартире был ремонт, и нужно было спать на матрасе. Мне дали одеяло, и я так и спала, так что встреча Нового года для меня была немного парадоксальной. Наталья рассказывает, что идея путешествовать по миру пришла к ней спонтанно. В один момент женщина решила изменить свою жизнь и осуществить детскую мечту – увидеть весь мир. Недолго думая, Наталья продала все свои ценности, закинула рюкзак за спину и отправилась в путь. В течение 3 лет путешественнице из Молдовы пришлось пройти через множество испытаний. Она ночевала в аэропорту и даже пробовала экзотическую еду, вроде змеиного мяса и блюд из личинок. Я осмеливаюсь делать множество разных вещей, многие из них личного плана. Мне нравится развивать свой ум. Например, путешествие на автомобиле по странам, где люди порой даже не говорят по-английски. Иногда это было очень опасно. Мне даже приходилось выпрыгивать из автомобиля, когда это понадобилось. Полученных от продажи имущества 18 тысяч евро Наталье хватило только на год путешествий. Поэтому женщине пришлось учиться знакомиться с местными жителями стран, где она была. Это было нужно для того, чтобы попросить у них приютить ее на несколько ночей или угостить обедом или ужином. Это помогло Наталье существенно экономить. Путешественница даже провела нам мастер-класс. Продемонстрировала, как легко может завязать беседу с иностранными туристами прямо на улице. Hi, hello, guys. Привет, рада видеть вас в моей стране. Я тоже путешествовала по всему миру. А вы откуда? Из Гонконга. Я была там в 2019-м, еще до ковида. Для меня это тоже вызов, потому что я не знаю, правильно ли я себя веду в той или иной стране, когда путешествую. Именно так мне удается взаимодействовать с людьми, осмеливаясь подходить к ним и разговаривать. Впечатлениями о путешествиях и интересными фактами о разных странах Наталья делится со своими друзьями и подписчиками в блоге в социальных сетях. Я ношу флаг в рюкзаке. Я посол своей страны и посол всего мира. На своем канале в Ютубе я показываю людям, каково это – путешествовать и смотреть на весь мир своими собственными глазами. Наталья также рассказала, что не планирует надолго задерживаться в Молдове, потому что впереди ее ждут новые пункты назначения, новые страны, новые люди и новые впечатления.